Профессия учитель физики и математики, бывший завод школы. Вот здесь написано, что я закончил Южно-Сахалинский государственный педагогический институт. Второй диплом у меня красный. И здесь написано, что я закончил Институт экономики и сервиса Московского государственного университета сервиса. Специальность менеджер сетевого бизнеса. И когда мне говорят, что сетевой маркетинг это ерунда, я говорю, ребята, расслабьтесь. Я сюда не пешком пришел, а приехал сюда на машине. И самое главное то, что мой диплом и моя профессия сегодня принята правительством России. Профессия сетевик внесена в реестр профессий России. На уровне с такими профессиями, как юрист, программист, там, ну и много-много-много других. Сейчас вам расскажу, как моя семья зарабатывает деньги, поделюсь с вами информацией. Если она вам понравится, эта информация, мы с вами будем работать. Если не понравится, все равно классно, потому что мы с вами будем встречаться и здороваться. Хорошо? Вот для того, чтобы понять, зачем сейчас нужно быть в этом бизнесе, почему именно сейчас нужно сюда прийти, почему именно сейчас нужно этим серьезно заниматься, я вам расскажу немножко истории и откуда все это взялось. Вот представьте себе Америку 70 лет назад. Одна умная фирма выпустила на рынок новый продукт. Для примера, я всегда беру чистящий порошок, потому что все женщины в хозяйстве когда-то раковины чистили. Одна домохозяйка, у которой закончился порошок, она пошла в ближайший супермаркет, увидела новую баночку и решила попробовать. Пришла домой, ей очень понравилось. Она тут же набирает телефон подруги и говорит: дорогая, представляешь, вчера была в магазине, купила такую прелесть, просто не представляешь. Раньше, говорит, 2 часа раковину драила. Взяла вот эту баночку, ты представляешь, 2 раза по раковине провела, и раковина блестит. Как вы думаете, что сделала соседка? Правильно. Вот мы с вами не задумываемся, но 95% всех своих покупок мы делаем благодаря рекомендациям друзей. Мы сами с удовольствием рассказываем о том, что нам нравится, и с удовольствием слушаем других людей, которым тоже что-то нравится. Вот что рекомендуют женщины в своей жизни? Ну, я думаю, наверное, колготки, которые не рвутся, правильно? Наверное, парикмахеров. Что рекомендуют мужчины? Пиво, запчасти, много-много других вещей, которые тоже им нравятся. Вот, например, прочитали хорошую книгу, понравилось. Вопрос, какую следующую книгу прочитают ваши друзья? Посмотрели хороший видеофильм, понравилось. Какой следующий видеофильм посмотрят ваши друзья? А вот любую фирму, чем бы она ни занималась, что бы она ни производила, что интересует в первую очередь? Прибыль. Правильно. Товарооборот. Потому что в товарообороте заложена прибыль любой компании. И всю свою деятельность любая фирма делает только ради одного. Ради получения прибыли. Так вот смотрите, буквально еще совсем недавно в мире были другие условия, и мы жили немножко по-другому. Кто-то помнит талон на колбасу? Не было водки, не хватало машин, элементарно кафеля не хватало. Какие были проблемы буквально еще 20-30 лет назад? Было слабо развито производство и шло перераспределение товара. Правильно? Что сейчас произошло? Прошло совсем немножко времени, буквально там 20-30 лет, мир перевернулся с ног на голову. Я всегда говорю, с падением Берлинской стены индустриальная эпоха перешла в информационную. Сегодня заходишь в любой магазин, товара все забито. Правда же? Были в виноводочном магазине, есть водка? Колбаса есть? Точно есть, да? Есть, да? Ну отлично. Сегодня проблема не производить, проблема куда все девать. Сегодня в мире производится в 3 раза больше товара, чем нужно людям. И вот эта компания еще 70 лет назад начала задумываться о том, а как же выжить в 21 веке при таких условиях, которые сегодня есть. И тогда аналитики компании начали искать новые возможности, новые какие-то идеи продвижения товара в 21 веке. И они увидели закономерность. Пришла женщина, что-то там купила, потом кому-то что-то рассказала. А когда мне спрашивают: Алексей, чем вы занимаетесь? Я говорю, я занимаюсь рекламным бизнесом. Сегодня уже все уже четко понимают, самые большие деньги сосредоточены в рекламе. Потому что сегодня фирмы, абсолютно все, готовы делиться своей прибылью, чтобы быть успешными сегодня на рынке. И вот благодаря такой рекламе женщины фирма получила еще одного клиента. Скажите, фирме выгодно? Выгодно? Тогда они подумали, если люди и так делают то, о чем их не просят, может быть, если за это им платить деньги, этим процессом можно будет управлять? А если придумать план вознаграждения и заплатить людям, которые будут искать вот таких много, значит, из этого уже можно сделать бизнес-систему? И вот тогда, впервые в истории человечества, была придумана теория, которая была названа мульти-левел маркетинг.
Мульти это у нас много, левел уровень и маркетинг это система продвижения товара. В России его называют сетевой маркетинг. Знакомое понятие? Помните, когда-то в газетах писали такие объявления? Интим и сетевой маркетинг не предлагают. Однажды я позвонил такой женщине и сказал такую вещь. Скажите, пожалуйста, ну я не знаю, почему вы секс не любите? Ну почему вам деньги не нравятся? Она говорит, мужчина, это вы о чем? Я говорю, все дело в том, что занимаюсь сетевым маркетингом, где зарабатываю деньги, я пригласил к себе офис, мы с ней поговорили, сейчас это одна из моих директоров. Знакомое объявление? Так вот, смотрите, в 98 году я приехал в город Москву, и приехал к своему другу, зовут его Бронислав Храбкин. Ему тогда было уже 60 лет, и человек строил дома, был директором треста в Москве, у него была трехкомнатная квартира, и когда я приехал к нему в Москву в 98 году, у него новая квартира в Москва-Сити, новая BMW под окном, а у меня даже велосипеда нет, обидно? Я говорю, Броня, откуда все это? Он говорит, ну, Леш, вот Oriflame. Я говорю, мочалки? Я говорю, я не верю, что на мочалках можно зарабатывать деньги. Он мне говорит, у тебя сколько населения в городе? Я говорю, 250 тысяч населения. Он говорит, помой половину, богатым станешь. Я говорю, ну я не разбираюсь ни в помадах, ни в туши, ни в чем. Я в этом вообще ничего не разбираюсь. Он говорит, ну и не нужно тебе в этом разбираться. Я говорю, так как? Все дело в том, что есть такой человек, его зовут Билл Гейтс. Слышали про него? Основатель компании Microsoft. Человек номер два как один из самых богатых людей мира. И когда Билл Гейтса спросили, скажите, пожалуйста, как вы смогли в начале своей деятельности подключить миллионеров к тому, чтобы раскрутить свое дело? На что Билл Гейтс им ответил, вы знаете, когда мы начинали работать, мы все были бедными. И у меня была классная идея, но многих вещей в своей жизни не знал и не умел делать. Я подключил классных аналитиков, программистов, юристов. Я пригласил людей, которые знали свою работу лучше, чем я знал их. И все вместе, делая эту идею, воплощая ее в жизнь, мы стали миллионерами. Бронислав мне сказал такую классную фразу. Алексей, тебе не нужно быть специалистом во всех областях, в которых я работаю. Потому что когда у тебя будут люди, у тебя найдутся и классные косметологи, и классные ораторы, и классные организаторы. Классные тусовщики, потому что задача создать команду. Потому что хороший руководитель никогда не пойдет яму копать. Он наймет людей, организует процесс и будет получать деньги. Вы знаете, у меня есть один важный принцип в жизни, которым я следую всегда. Сейчас я хочу с вами поделиться этим принципом. Когда я закончил пединститут и пришел в школу, мне сказали такую фразу, забудь все, чему тебя учили в институте. Я говорю, а как преподавать? Они говорят, ну это твои проблемы, там была теория, здесь практика. Ну вы знаете, я завалил пару уроков, мне стало стыдно, я пошел, взял отпуск за свой счет. Пошел в Горано и сказал, скажите, пожалуйста, у нас есть люди, которые классно знают, как правильно преподавать? Они говорят, конечно, есть. Можно я на ваши уроки похожу? Можно я послушаю? Я напросился на уроки к этим людям и целый месяц ходил и слушал, как работают профессионалы. Вы знаете, через месяц я понял, что делать нужно. Представьте, 5 лет в институте и месяц, и понял, что нужно делать. Еще через месяц стал лучшим учителем школы, еще через месяц стал завучем. Принцип звучит так, если ты хочешь чему-то научиться, учись у людей, которые уже сделали то, что ты только собираешься сделать. Если ты хочешь чему-то в этой жизни научиться, учись у тех людей, кто уже сделали то, что ты только собираешься сделать. И вот благодаря этому принципу я на сегодняшний день стою перед вами и даю вам какую-то информацию. Когда ко мне приехал Бронислав в город Торск, я ему сказал, Бронислав, научи меня, потому что я в этом деле ничего не понимаю. Ты уже грамотный человек, и я буду делать все, что ты мне скажешь. И вот тогда Бронислав мне дал простую информацию, благодаря которой сегодня не только я и моя семья преуспевают, но преуспевают все мои родственники и все мои друзья. Сейчас эту информацию расскажу вам. Вот смотрите, вот это мы с вами, это компания, это клиент. Как только мы пришли в Oriflame, первая возможность, которая у нас появляется, это экономить 30%, покупая себе. 30% я называю членов клуба компании Oriflame клуб умных покупателей. Знаете почему? Ну первое, мы не платим посредникам деньги. Это важная вещь. Мы берем товар напрямую в компании. Скажите, у нас есть в городе аптеки Vita либо Implosia? Точно есть, да? Там дают дисконтные карточки.
Мы когда идем в эти аптеки, мы с собой эти карточки берем. Я правильно понял, что мы все любим экономить? Правильно? Первое. Вещь, которая нам нравится, то, что мы экономим. Вторая вещь. Почему клуб умных покупателей? Скажите, когда мы покупаем где-нибудь в магазине или на рынке тушь, например, написано Lancome, мы уверены, что внутри тоже Lancome? Сегодня мы ни в чем не можем быть уверены. Вы знаете, недавно я разговаривал с одним медиком, он мне дал очень интересную информацию. Недавно специальные контролирующие органы решили проверить пищевые добавки в аптеках. На законное соответствие. Есть такой сертификат соответствия. Слышали про него? Вот написано черника, внутри должна быть черника. Написано малина, внутри должна быть малина. Знаете, что обнаружили проверяющие органы? Оказалось, что в пищевых добавках от перемолотых свиных костей до перемолотого мела. Вроде бы не вредно, но черники никакой там нет. Так вот смотрите, почему это происходит? Потому что у нас в России нет органов, которые контролируют все эти вещи постоянно. Вот во Франции этого нельзя сделать, в Германии нельзя, в Швеции нельзя, в России, в Китае это сделать реально. Почему Китай не хочет войти в Евросоюз? Ну понятно, потому что их заставят работать по законам Евросоюза, правда же? Они должны перестать делать подделку, они должны перестать выпускать поддельные машины и много-много-много разных вещей. Что делают предприниматели? Чтобы получать максимальные прибыли, они заказывают точно такую же упаковку, а вот что китайцы туда кладут, никто не знает. Так вот смотрите, чем я горжусь. В наших каталогах есть такой значок. 100% гарантия качества. Компания гарантирует перед нами качество продукции. Она берет все убытки на себя. Мало того, мы уходим в ассоциацию прав защиты потребителей, DSA. Что это такое за ассоциация? Эта компания несет юридическую ответственность перед государством за то, что она правильно обслуживает наших клиентов. Скажите, этим можно козырять? Точно можно козырять? Вот туда входит всего лишь 5 сетевых компаний из 1500. Хотите, назову какие? Компания Avon, компания Mary Kay, компания Herbalife, компания Argo и компания Oriflame. Вопрос, скажите, пожалуйста, почему остальные сетевые компании хотят попасть в ассоциацию прав защиты потребителей? Ну, наверное, какие-то проблемы с законодательством, наверное, какие-то проблемы с сертификатами, сертификатами соответствия. Потому что, чтобы туда попасть, государство проверяет легальность бизнеса в стране. Но по большому счету, нас все-таки интересует не с точки зрения потребления наша компания, а интересует в первую очередь, как здесь заработать деньги. Мы сюда пришли зачем? С деньгами. Что такое деньги? Деньги — это финансовая свобода. Что такое финансовая свобода? Купить дом не тот, который могу, а тот, который хочу. Одеваться не там, где могу, а там, где хочу. Кушать не то, что могу, а то, что хочу. Вы все хотите быть финансово свободными людьми? Конечно, хотите. Поэтому смотрите, кто из нас знает, что такое шампунь? Остальные не знают, да? Все знают. Все знают. Что такое кондиционер для волос, знаете? Вот я буду рассказывать этот бизнес на примере двух знакомых баночек. Потому что шампунь и кондиционер знают абсолютно все. Я утверждаю, если ответить на вопрос «как», на это можно стать миллионером. Потому что «как» — это ключевой вопрос жизни. Согласны? Вот женщина хочет похудеть. Знаешь, как похудеть? Не знаю, не похудеешь. Я хочу водить автомобиль. Знаешь, как водить? Нет, не получится. И мы с вами, ребята, можем научить других только тому, что мы с вами знаем. Например, я вас не могу научить английскому языку, я его не знаю. Я вас не могу научить, например, делать манты. Я их не умею делать. Я могу научить их правильно кушать. Правильно? Я вас могу научить варить борщ классно, у меня получается. Могу научить водить автомобиль. Могу научить этому бизнесу, у меня получается. Результаты есть. И нам, кстати, с вами повезло, потому что в наших каталогах 800 наименований. И каждый из нас может быть выбрать любых две баночки, которые подойдут лично тебе. Правда же? Вот мне нравится Oriflame за возможность выбора. У нас всегда огромный выбор. И у нас всегда есть из чего выбрать. Купили пару баночек себе. Пару баночек себе. Для нас это покупка. А для компании это что? Товарооборот? Пока еще маленький-маленький, но уже товарооборот. В данном случае клиент — это я сам. Правда же? Мы пришли сюда зарабатывать деньги. Прошу ответить на вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого есть всего лишь два человека, которым точно нужны деньги в окружении? Два.
всем. Можете пригласить на кружечку чая или в офис, чтобы мы пообщались. Интересный человек. Приглашайте двух своих знакомых. Например, Катю и Машу. Я с ними разговариваю, вы слушаете. Почему я разговариваю? Скажите, кто в состоянии повторить эту презентацию сразу после того, как ее проведу? Скажите, если 10, 15, 20 раз вам это расскажу. Я говорю одно и то же уже 10 лет. Любое состояние это выучит. Любой, правда же? Поэтому смотрите, мы с вами будем тренироваться не в теории, мы будем тренироваться в бою. Мы делая совместный бизнес, строя вашу организацию. На примере построения вашей организации я буду показывать все нюансы этого бизнеса. Теперь скажите, пожалуйста, у Кати и у Маши есть волосы? Чего, нету, да? Наверное, где-то есть, да? И, наверное, они чем-то их моют. Если мы им грамотно расскажем, они купят тоже пару баночек? Еще больше товара прокатилось. Скажите, если мы сами научились чему-то очень простому, мы теперь других можем научить? Мы теперь говорим, Катя, ну-ка давай теперь ты пару своих знакомых. Маша, ну-ка давай теперь ты пару своих знакомых. И вашу организацию увеличить еще на 4 клиента. Интересный бизнес получается, не с баночки с утра до вечера бегать, а людям что-то рассказывать, бизнес предлагать. Да, зарабатывать деньги не ногами, а зарабатывать деньги головой. Потому что когда ноги работают, голова в это время отдыхает. Правда же? Смотрите, если мы это раскручиваем дальше, теперь уже вот этих ребят учим сделать то же самое. Здесь 8, учим дальше 16. А теперь давайте я вам расскажу, откуда берутся деньги в Oriflame. Посчитаем количество потребителей. 2 плюс 8. Есть математики, да? Отлично. 4 плюс 16. 15. И сколько всего? 30. Подождите, себя забыли. 31 человек. 31 шампунь, 31 кондиционер. Скажите, кто из нас в состоянии за один день продать 62 баночки? А если у нас 30 человек, каждый купил себе? А если у нас 100 человек, а если 1000? Нам кто-то чай запрещает дальше пить? Никто не запрещает? То есть можно дальше наращивать организацию? Вот если взять компанию Oriflame, а на сегодняшний день шведы вложили почти 2 миллиона евро в покупку своего собственного здания в Самаре. Это единственная косметическая компания в Самаре, кто имеет такой офис. На сегодняшний день это будет что-то невероятное. Господин Магнус, который управляет компанией Oriflame во всей России, говорит, на сегодняшний день мы продаем на 650 миллионов евро. Этот оборот мы сделали всего лишь за 10 лет. С нуля сделать оборот 650 миллионов евро в год. Серьезный результат? Во всем мире мы продаем на 1 миллиард 100 миллионов евро. И Магнус нам сказал, ребята, в России вы можете продавать на миллиард. Мы хотим, чтобы мы в России сделали миллиард евро. Мы хотим встать на уровень с компанией Лукойл. Скажите, престижно будет работать в Oriflame? И мы не можем это сделать одни. Нам нужны люди, нужны партнеры по бизнесу. Мы готовы с вами делиться. Вот как вы думаете, шведам будет все равно или нет? Вы придете на склад 31 раз и купите себе каждый раз по баночке. Либо ваши люди, 31 человек, придут себе по баночке возьмут. Им будет все равно, что так количество товара, что так одинаково. Шведам все равно, каким способом сделан товарооборот. Им главное, чтобы этот товарооборот был. Согласны? И они говорят, ребят, мы хотим стать компанией миллиардеров в России. Мы готовы с вами делиться. Любому человеку, кто будет способствовать организации вот таких товарооборотов, вот таким способом мы готовы отдать такому человеку с 3 до 21% с любого организованного им товарооборота. Скажите, серьезные деньги можно зарабатывать? Скажите, всем компания отдаст эти деньги? Ну, наверное, всем, кто захочет. И кто будет делать эту работу. А тем, кто хочет на штаны просиживать, наверное, компания не отдаст. Она не альтруист. Они бизнес делают, правда же? И они видят нас, партнеров по бизнесу. Но если мы с вами, вот этих 31 человек, научим не просто покупать себе, а научим еще и собирать заказы долларов на 100. А почему на 100 долларов? А потому что недавно компания проводила аналитику. В прошлом году были даны анкеты, где было заполнено, где была куча вопросов. И тем, кто заполнял анкету, дарили шампунь. Как вы думаете, шведы, как вы думаете, люди заполняли анкеты такие? На халяву шампунь даже я заполнил. Представляете, мы же русские. Там было очень много вопросов, связанных, знаете, с чем? Как люди воспринимают Oriflame, как менеджмент,
как упаковка. Компания проанализировала работу на рынке. У меня есть такие данные, было заполнено 400 тысяч анкет. Если взять стоимость шампуня 1 доллар, почти полмиллиона долларов компания вложила, чтобы пропозиционировать себя на рынке. Скажите, вы знаете хоть еще одну компанию, которая готова вложить такие деньги, чтобы узнать, как они себя чувствуют на российском рынке? Серьезная фирма? И потом нам пришла аналитика. То есть шведы, оказывается, все пропустили, все проанализировали, дали нам аналитику. Оказалось, что 80% в Oriflame это женщины. Женщины, потому что на сегодняшний день они более активны, чем мужчины. Я не знаю, почему так происходит, но вот такая ситуация. Из этих женщин, 80% женщин, им не нужны большие деньги. Они пришли сюда просто немножко дополнительно заработать. Потому что когда вот я работаю и предлагаю этот бизнес, мне женщины говорят так: Алексей, у меня одна или две работы. Я, говорит, кручусь 20 через в сутки. У меня еще муж дома голодный. Правильно? Еще стирка, уборка и корова еще. Представляете, когда мне работать? У меня времени нет. Похожая ситуация. Но денег постоянно не хватает. Идет мужик по улице, смотрит, кошелек лежит. Открыл, деньги пересчитал, не хватает. Так жизнь не происходит. 50 рублей в день, 200 рублей в день, 100 рублей в день. Скажите, Oriflame это простой, понятный товар? Если на нем немножко потренироваться, можно учиться с ним работать? Знаете, в чем проблема многих людей? Люди хотят быть идеальными. Отдал 1-2 каталога, не получилось, говорит, а этот бизнес не работает. Говорю, подожди. У Oriflame нет проблем, это у тебя пока проблема. Потому что можно стать учителем за один день? Юристом за один день можно стать? Люди хотят, чтобы сразу получилось. Одна ко мне приходит женщина недавно и говорит, Алексей, 100 каталогов раздала. Ты представляешь, ни одного заказа. Я говорю, а ты когда на последний раз на себя в зеркало смотрелась? Она, а что, нормально? Я говорю, нормально, быстро к нашему косметологу, а потом в парикмахерскую. Вы знаете, она вечером прибегает ко мне вот с такими глазами. Я говорю, что случилось? Она говорит, представляешь, иду с парикмахерской, отдала один единственный каталог, огромный заказ. Я говорю, знаешь почему? Она говорит, почему? Потому что люди-то по большому счету ведь не баночки покупают. Они покупают тебя, как ты выглядишь, как ты себя чувствуешь в это время. И они хотят быть точно такой же, как и ты. Она говорит, теперь я поняла, как работать надо. Так вот смотрите, если мы немножко потренируемся, вот эти 80% женщин, они получат дополнительный доход, потому что зачем им нужны эти деньги? Транспорт проплатить. Правильно? Ребенку собрать его в первый класс, мужу любимой колбасы купить. Правда же? И огромное количество людей приходит сюда именно за дополнительным заработком. 10% женщин просто тусуются. Вы знаете таких тусовщиков? Сегодня водки попьем, да, кто первый? Я. Это тусовщики. Праздники, тусовки, с нами же весело, у нас КВН, у нас много-много разных интересных вещей происходит. И только 5% людей реально делают здесь серьезный бизнес и делают здесь карьеру. Потому что эти 5% решили стать богатыми. И я всегда буду искать вот этих людей, вот эти 5%. И на сегодняшний день я точно знаю, что среди нас сидят будущие директора. Я не знаю, кто из вас. Но кто-то сидит. Товарооборот при таком подходе уже составляет 3100 долларов. А вот это, ребята, уже для бизнеса интересно. 3100 долларов. Потому что одному оборот 3100 долларов точно не сделаешь. Правда же? 3100 долларов. Зарплата при таком подходе уже 5000 рублей. Скажите, для Самар 5000 дополнительно к тому, что вы имеете, это много или мало? Ну что-то как-то немного, правда же? 5000 рублей. Вы знаете, когда впервые Бронислав спросил, сколько ты хочешь, я сказал 5000. Мне так себя стыдно за то, что я так мало попросил. 5000. Но я тогда думал, что это решение моих проблем. И для многих людей это тоже на сегодняшние деньги. Я вам сейчас хочу рассказать одну историю, благодаря которой вы влюбитесь в эти деньги. Хотите? Вы когда-нибудь любили деньги? Все дело в том, что есть только две категории людей в жизни. Одни люди деньги получают, вторые зарабатывают. В чем разница? Получать и зарабатывать. В чем разница? Получать и зарабатывать. В одной горной, кстати, недавно я был на молодежном движении России.
Наши молодые ребята от 14 до 28 лет собираются в тусовки. Помните, раньше были комсомольские организации, пионерские организации, а сейчас есть молодежная организация «Орифлейм». У них есть своя печать, свои журналы, свои тусовки. Они собираются вместе, и они хотят делать сегодня бизнес. Когда я спросил ребята, а чего вы хотите от жизни? Они сказали, мы хотим весело и красиво провести молодость, она у нас одна. Мы хотим гонять на спортивных машинах, посещать ночные клубы. Мы хотим сами себя во всем спонсировать, мы хотим зарабатывать больше, чем родители. Скажите, интересно, ребята? Они мне дали такую книжку почитать. Написано, МЛМ книга не детских советов или МЛМ вам не игрушки. Читай такую книжку. Я когда начал смотреть, здесь написана история ребят. Разные молодые ребята, они пишут, как они работают, что они делают. И когда я смотрел эту книгу, меня поразила история одного мальчишки. У меня просто мурашки по коже пошли, когда я ее читал. Смотрите, меня зовут Головин Илья, мне 11 лет. У меня в команде примерно 60 человек. Ты их сам пригласил? Мне иногда помогает бабушка, иногда мама. А как же ты зарегистрировался? По правилам компании не разрешается работать в 11 лет. Знаете, что он пишет? У меня сначала отец здесь работал. Потом он перестал, а я стал вместо него, как в войну. Да? Русский, да? Хотела, чтобы в доме был порядок, мебель новая, чтобы в кошельке было погуще. Маме хотел помогать. Вот поэтому. Сильна Россия, правда же? И вот эти молодые ребята мне сказали, Алексей, как объяснить людям вот эту разницу? Ведь у нас мало времени на презентацию, нужно объяснить так, чтобы у людей все мурашки по коже побежали. И я им подарил притчу, которую дарю сегодня вам. В одной горной деревне не было воды. И два человека решили на этом заработать деньги. Один купил два ведра и стал доставлять воду жителям села за деньги. Он упорно работал, купил себе лошадь, купил себе бочку, и таким образом он кормил свою семью. Второй стал строить водопровод. Вся деревня, да не смеялась, на него показывали пальцами и говорили, дурак, куда ты лезешь? Делай как все, по 8 часов, у тебя будут деньги на хлеб и на одежду. Но несмотря на спешки друзей, человек упорно продолжал делать свою работу. Через год работа была закончена, он снижает цену в 2 раза, и вся деревня уходит к нему. Вы знаете, самое прекрасное в этой истории, что для того, чтобы получать деньги, ему больше не нужно было ходить на работу и вставать в 8 утра. Он деньги стал получать автоматически с когда-то организованного бизнеса. Скажите, у каждого из нас есть кошелек, с которого мы берем деньги? У всех есть? А что такой кошелек? У всех вот такой кошелек, вот такой. Мы все хотим иметь побольше кошелек, правда же? И мы должны думать о том, как туда деньги класть. Кто бы хотел уже сейчас, через месяц-два, построить свой первый финансовый водопровод? Пока еще маленький. Пока 5000 в месяц. Как это работает? Вы уехали в отпуск. Может быть такая ситуация? Что, в отпуске есть кто-нибудь? Я только что приехал из Турции. Вам не видно? Видно, да? Ваша организация, Катя, Маша, Света, Даша, Алексей, если у них что-то закончится из Орифлейм, они без вас могут заказать товар? Вот я, честно говоря, не знаю, когда вот, например, Наташа делает заказ, когда ее люди делают заказ, они передо мной не отчитываются. Если у них какие-то есть клиенты, для того, чтобы заработать стоит 200-300 рублей, они клиентов обслужат? Вы приезжаете с отпуска, через вашу команду прокатился маленький товарооборот. Компания вам кинула на расчетный счет 5000 рублей. Ребят, как вы думаете, есть смысл поработать 2 месяца, чтобы вы получили себе гарантию будущего? Маленькую шведскую пенсию, маленькую шведскую стипендию, маленькую шведскую зарплату. Чтобы, не дай бог, что-то случилось, мало ли что в жизни бывает, чтобы у вас всегда была финансовая гарантия. Есть смысл ради этого работать? Есть смысл? Вы знаете, когда я заработал свои первые 5000, я прыгал до потолка, я очень радовался. Но через 2 дня я вдруг почему-то прыгать перестал. Я что-то стал смотреть на свою зарплату, мне стало так грустно. Я позвонил Брониславу и сказал, Бронь, срочно приезжай. А он только что вернулся с Португалии с золотой конференции. Он говорит, Алексей, что случилось? Я говорю, ты мне срочно нужен, вот так вот. Он бросает чемодан в самолет, прилетает ко мне в город Орск и говорит, Алексей, ну что, в чем проблема? Я говорю, Бронь, научи меня много зарабатывать. Он говорит, ну наконец-то.
Наконец-то ты созрел, а то 5000, мне аж стыдно было к тебе приезжать. И говорит, двух нашел, еще трех найдешь? Итого 5. Я говорю, да в принципе не вопрос, а мне заплатят? Он говорит, ну мне же платят, а ты что, какой-то особенный? Я говорю, да нет, обычный. Он говорит, запомни, Алексей, мы работаем не с русскими. Это русские могут забрать, кинуть, подставить. Мы неплохие люди, ну мы еще не слишком бедными, чтобы быть, жить честно до конца, правда же? Мы работаем со шведами, шведы с детства воспитываются по-другому. Ты знаешь, у них даже полицейских на дорогах нет. Я говорю, так как? А все дело в том, что они с детства верят в Бога, они верят, что есть Он. А Он сверху все видит. И они не нарушают правила. У них, говорит, за последний год было одно преступление, знаете какое? Мужик лося сбил. За это там судят. И садят в тюрьму. Но нужны, он мне сказал, люди не простые, а активные. Я говорю, а где же я возьму активных? На лбу же не написано, активный, неактивный. Скажите, вот в Самаре написано у людей там на лбу, активный, например? Не написано, да? Я говорю, а как их определить? Он говорит, дайте я сейчас научу, неси какую-нибудь газету. Я вам принес газету, там печатались объявления по поводу работы. Он мне показывает объявление. Учительница, репетиторство. Я говорю, ну и что? Он говорит, ничего ты не понимаешь. Смотри, давай тебе с английского языка переведу на русский то, что говорит эта учительница. Я говорю, давай. Вот смотри, она пишет, я учительница. Она говорит, я учительница, у меня денег нет, у меня дети голодные. Так она говорит. Я, говорит, ничего умею, не умею, могу только репетиторство. Так она говорит? Она говорит, дайте мне работу, я готова работать, но не знаю, как зарабатывать деньги. Дайте мне точку опоры, я мир переверну. И тут до меня доходит, я говорю, бронь, так таких миллионы. Он говорит, да я тебе что говорил. Таких по России огромное количество, по всему миру огромное количество. Он говорит, Алексей, нужно найти таких людей. Я написал список знакомых 300 человек. И решил каждому из этих людей рассказать про бизнес, который предложил мне Бронислав. Бронислав мне показал Павлу презентацию и уехал. Вы знаете, моя самая первая в жизни презентация была ужасной. Когда я провел, моя собственная жена мне сказала комплимент. Мне стыдно, что ты мой муж. Ребята, не стыдно быть глупым, стыдно быть бедным. Меня, конечно, это очень сильно расстроило. Во мне взыграло такое мужское эго, я хотел там поспорить, а потом подумал, ну ведь это мне говорит близкий человек, человек, который меня любит. И я подошел к Ольге и сказал, Оля, давай я буду рассказывать, а ты слушай и учи меня. И это был мой первый спонсор, который меня обучал. Вы знаете, через месяц она мне сказала еще одну фразу. Она мне сказала, ты знаешь, Алексей, вот после этой презентации я бы к тебе зарегистрировалась. Ребята, тренируйтесь, потому что если вы будете тренироваться, вы обязательно научитесь. Чем больше вы будете тренироваться, тем больше вы будете становиться мастером. Всему можно в жизни научиться. Главное выбрать правильную дорогу, по которой идти. Вы знаете, когда я не умел читать презентации, первое время мне очень много было отказов. Мне люди говорили такую вещь. У тебя ничего не получится, это не работает, это пирамида очередная. Меня крутили у виска и говорили, что я дурак. Я говорю, ну кто из нас дурак, еще непонятно, пока ты у своего виска крутишь. И вы знаете, где-то недели через две, работая в Орифлейме, я позвонил Брониславу и сказал, Бронислав, ты знаешь, я, наверное, уйду с Орифлейм. Он говорит, а что случилось? Ты знаешь, никому в Орске это не нужно. Это у вас в Москве хорошо, вы там все богатые, все крутые, поэтому у вас в Москве получается, у нас в Орске это ничего не будет получаться. Бронислав выслушал мой бред, потом сказал, хорошо, Алексей, но прежде чем уйти с Орифлейма, я тебе расскажу одну притчу, задам два вопроса. Если после этого ты скажешь «да», значит, я к тебе приставать не буду. Ну, коль ко мне никто приставать не будет, такой, ну рассказывай свою притчу, задавай свои два вопроса. Грамотно у меня спонсор? А? Он мне рассказал притчу про набат. В одном городе была одна профессия, где очень много платили, но люди почему-то через месяц умирали. И никто не мог понять, в чем дело. Никто не хотел устраиваться на эту работу. И однажды на эту работу устроился один мужик. От безысходности жизнь заставила, дети голодные, нужно было чем-то кормить. Он устроился, отработал один день, работа заключалась в следующем. Нужно было в 5 часов утра ударить в набат и разбудить людей. И все, работа на этом заканчивалась. Он ударил в набат, идет домой и вдруг чувствует, сзади что-то происходит. Оборачивается, грузовик несется. Он отскочил в сторону, грузовик промчался мимо, но в сердцах человек воскликнул, да чтоб ты сдох. И в это время грузовик врезается в столб. Представляете? И тут до него доходит, что происходило в городе.
Он подумал, ну если одно мое проклятие убило человека, то что же говорят люди в 5 часов утра, когда я их бужу? Ну вы знаете, он, говорят, до сих пор живой, он здоровый, у него все хорошо, у него дети сытые, обутые, он счастлив. Он просто нашел способ, как с этим бороться. Когда он в 5 часов утра стучит на бат, и весь город говорит, да чтоб ты сдох, он говорит, да пошли вы. Вы знаете, ребят, успешных людей, наверное, немного, потому что успех не бывает легким. Успеха добиваются люди, которым действительно надо стать успешным. Бронислав мне сказал еще одну вещь. Он мне сказал, Алексей, а что ты готов сделать ради того, чтобы твоя семья была счастливой? Я подумал, говорю, ты знаешь, Бронислав, наверное, все. И тогда Бронислав мне сказал фразу, а почему ты сейчас ходишь с дистанции? Ты еще ничего в этом бизнесе не представляешь из себя. Ты чистый лист бумаги. Ты еще никто в этом бизнесе, только начинаешь тренироваться, только учиться. Ты первые навыки приобретаешь, и ты уже при первой трудности в кусты. Кто смотрел кино «Пираты Карибского моря»? Вторую часть. Когда напали на город пираты и забрали девушку, парень, который любил, подошел к Джеку Воробью, тот сидел в тюрьме и сказал, помоги мне ее найти, ты же пират, ты знаешь, где ее найти. Джек Воробей на него посмотрел и сказал, я тебе помогу, а что ты готов сделать ради того, чтобы я помог тебе? Он говорит, ты знаешь, я готов на все. А что ты готов, а что для тебя все? Он говорит, я готов отдать жизнь. Джек Воробей посмотрел на него и сказал, ну тогда я тебе помогу. Потому что везде нужно платить свою цену. За богатство нужно платить свою цену. Люди хотят быстро и ничего не делая стать богатыми. Ребята, чтобы стать богатым, нужно упорно и много трудиться. Задом направление. И ни в коем случае не сходить с дистанции. Вы знаете, когда был момент, когда я принял решение, сказал, я сделаю все, я состоюсь в этом бизнесе. И вот это вот, вот эти амбиции, которые взыграли во мне, помогли мне не падать тогда, когда было тяжело. Вы знаете, когда я стал тренироваться, у меня презентация стала получаться лучше, у меня начали появляться другие люди, которые говорили, ты знаешь, надо подумать. Много таких. Вечные думальщики. Здесь думают. Он постоянно где-то что-то думает. Недавно приезжаю в город Орск на своем новом джипе, выхожу водичку купить, мальчишка бежит здороваться. Он подбегает ко мне и говорит, о, какая крутая машина. Я говорю, да ладно, машина, как у тебя дела? Да у меня, говорит, все хреново. Говорит, денег нет, этого нет, этого нет, этого нет. Я говорю, так давай заниматься. Помнишь, в 98 году я тебе бизнес предлагал? Ты видишь машина? Работает бизнес? Он говорит, работает. Я говорю, будешь работать? Он говорит, не, надо подумать. Я говорю, блин, ты уже 8 лет думаешь. Себе голову морочишь, мне голову морочишь, жене голову морочишь. Твои дети выросли в ванне, в которой даже кафеля нет. Я говорю, да, говорю, пошел, говорю, ты. Почему я должен ради тебя работать, если ты для себя ничего не хочешь сделать? Я прав был? Почему я для тебя что-то должен делать, если ты для себя ничего не можешь сделать и не хочешь? Первое время я хотел всех сделать богатыми. Я думал, что всем деньги не нужны. Ребята, вы знаете, я понял одну вещь. Насильно богатым человека не сделаешь. Только желание человека делает человека богатыми. Вот здесь сидят девушки, вас даже поцеловать нельзя, если вы не захотите. По мордам точно получишь. Так или нет? А что так не уверены? Из 300 человек, с которыми я поговорил за первый месяц работы, мне сказали, да, 20 человек. Я абсолютно не знал, как делается этот бизнес. Я не умел читать презентацию. Я хотел уйти через 2 недели после того, как начал этот бизнес. Но остался, и через месяц мне сказали, да, 20 человек. Вы знаете, это был самый трудный месяц в моей жизни. Я вставал в 9 утра, приходил в 12 ночи. Вставал в 9 утра, приходил в 12 ночи. Когда самолет взлетает, он тратит 80% энергии на взлет. Знаете про это дело? Для того, чтобы стартануть в этом бизнесе, нужно сперва просто покатиться. Если вы начали катиться на своем самолете, если вы отпустите педаль газа, самолет точно куда-нибудь врежется. Давите на педаль газа, добейте, чтобы самолет оторвался от земли и не останавливайтесь, пока не взлетите. Потому что этот самолет, когда летит, уже не страшно. Правда же? 80% энергии на взлет. Если я всю жизнь буду благодарен за свой взлет. Это было очень трудно, но очень интересно. Как вы думаете, из 20 человек все стали работать? Все 5 человек. 5 человек. Эти 5 человек
ближайшие 2 года сделали меня миллионером. Недавно на большой мотивационной встрече в Самаре мы поздравляли Татьяну Ковзи, которая стала старшим исполнительным директором. $30 000. Это одна из тех людей, которые пришли в начале бизнеса. Сегодня все ребята, с кем мы начинали, уже богатые люди. Что мы стали делать? Мы стали им выстраивать первую линию. Нашли под ними по 5, уже было 25. Потом под этими людьми нашли по 5 человек, было 125. Потом было 625, и это ушло 2 года жизни. Организация в 780 человек при $100 подходе к бизнесу дала оборот $78 000. Вы представляете, куда может привести вас этот бизнес? Зарплата превратилась в $5 000 за каталог. Я продал свою квартиру в городе Орске, переехал в Самару, купил квартиру, которая стоит сейчас $500 000, купил себе крутой джип. Мы ездим по заграницам, отдыхаем, качество жизни изменилось на 100%. Ребят, а сколько можно в этом бизнесе зарабатывать? Первую пятерку раскрутил, взял следующую пятерку. Раскрутил следующую пятерку. И сейчас раскручиваю третью пятерку. Ребят, может быть, есть смысл взять свою первую пятерку и начинать с ними работать? Прямо сегодня, прямо сейчас. Интересная информация. Напишите сегодня, чего вы в жизни своей хотите. Что для вас важно? Ради чего можно было поднять бы свою мадам сижу и пойти что-то делать? Каждый день, много. Я точно знаю, что у каждого есть мечта. И ради своей мечты вы будете работать. Ради меня никто не будет работать. Вот ради своей мечты. Ребята, вы будете пахать еще больше, чем я. Я вам хочу сказать, что самые большие результаты еще впереди. Еще не подписался тот человек, который сделает самый большой результат в Oriflame. А может быть, это будет кто-то из вас. Сейчас есть у вас уникальная возможность всего лишь за 149 рублей зарегистрироваться в компанию Oriflame. И уже сегодня мы с вами начинаем действовать.